Спортивные подвиги впереди, пока только трудовые. На стадионе «Нефтяник» начинаются масштабные работы по его реконструкции. До октября нужно успеть привести в порядок поле, спортивные снаряды, трибуны и разобраться с подземными коммуникациями. Представители городской администрации и Министерства спорта области определили место и подкрытый спортивный комплекс. Если здесь вот каркасник мы ставим, да, и то это каркасник, смотрите, здесь параметр как раз будет именно исключительно под зал. К нему еще должна быть некая, скажем так, административная инфраструктура с теми же раздевалками. Надо посмотреть просто по параметрам. Типовой проект каркасного физкультурно-оздоровительного комплекса уже готов. Он прошел экспертизу. ФОК включает в себя игровой зал, раздевалки и душевые. На его строительство уйдет 3-4 месяца. Начать планируют в следующем году. Еще одна задача, которую мы решаем сегодня, это мы определяем место для размещения так называемые двойки, то есть этого спортивного комплекса, аналогичного ипподрома-арене, который включает в себя крытый бассейн и ледовую площадку. А вот утренние пробежки по стадиону «Нефтяник» жители Куйбышевского района могут планировать уже в следующем году. К этому времени он обретет новый облик и станет более функциональным. Марина Матвеевична, Алексей Золотенков. События.